Малиновый! Перестань, парень, ты это у меня уже спрашивал! Не смей тратить мое время! Эй! Да как ты смеешь так разговаривать с моим сыном? Да кем ты себя возомнил? Я планктон, старушенция! От твоего сына воняет козявками! Эй, не смей так разговаривать с моей женой! О чем ты вообще думаешь? Я думаю, что тебе пора скинуть пару килограммов, жердяй! Вот о чем я думаю! Эй, ты не посмеешь разговаривать с моим внуком таким тоном! Да тебя давно следует в психушку упрятать! А тебя уже давно следует в дом престарелых спрятать, бабуля! А возможно, ты прав.